Всем привет! Вы на канале Вкуснейшин Лайф. Ну что, продолжаем тему очень быстрых завтраков. И сегодня я вам хочу показать завтрак на лаваше. А готовить мы его будем на сковородке. Все ингредиенты, их количество пропишу под видео. Заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Для приготовления я буду использовать лаваш круглой формы. Если у вас лаваш стандартный, то вам необходимо его вырезать по форме вашей сковородки. Берем сковородку. На сковородку добавляем немного растительного масла. Кладем лаваш. Сверху лаваш я слегка присыплю сыром. Сюда же вбиваю 3 яйца. Если у вас сковородка большая, можно взять 4. Сверху распределяю помидоры. Я взяла черри. Еще добавляю зеленый лук. Вот так. Побольше. И сыр. Сверху я обильно посыпаю сыром. Сверху слегка я посыплю солью. Много не добавляю, потому что есть сыр. Сыр уже соленый. И немного черным молотым перцем. Все накрываю сверху лавашом. Аккуратненько прижимая. Накрываю сковородку крышкой и жарю 5 минут на медленном огне. Прошло 5 минут, и мы переворачиваем лаваш. Вот так. Опять накроем крышкой и обжарим буквально минутки 2-3. Прошло 2 минуты. Сверху все опять обильно посыпаем сыром. Чем больше сыра, тем вкуснее завтрак. Вот так. И добавим немного лука. И все накрываем буквально на 2 минутки крышкой. Ну вот, завтрак у нас готов. Как видите, он готовится очень просто и быстро, а получается очень вкусный. А подавать я его буду, как всегда, с горячим кофе. Разрезаю я на порционные кусочки. И хочу вам показать, какая красота у нас получается внутри. Все очень сочное и очень вкусное. И если вам понравился рецепт приготовления быстрого завтрака, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А интересных видео будет еще много и много. Всем приятного аппетита, всем пока-пока, до новых встреч!